Всем привет! 22 августа. Помылись, позавтракали, поедем на автобусах до высадки велосипедной. Потом на велосипедах конечная точка, запланированный город Анденес. А там типа паромы на остров. Собрались, поехали. Никак не можем оторваться от Wi-Fi. Все уже погрузились и ждут, а мы в Wi-Fi сидим. Все, поехали. Те, кто на Wi-Fi не берем. Тоннель 3 километра. Да? А, дети, вот видите, чем можно только здесь заниматься. Что? Мы не едем на мост. Мы на мост не едем. Мост, ведущий в город. Сколько этих караван? Вот смотри, прокатная. Да, прокатная, да? Берем прицеп. Куда-то нас повезли, непонятно. Стоянка в поле. Какой интересный лес. Полусеверный. Маленькие карликовые березки. Кривые такие все. Чье-то поле здесь, вон, барашки пасутся. Ты нормально после купания все? Великолепно. Сколько времени прошло? А что, после купания? А, после купания, да. После бани. А, да, ты вчера закалился. Какое купание было? Никакого не было купания. Что, за велосипед достали? Почему? Андрон же искупался там, в океане. Чемпион! Че, оказывается, едем на велосипеде 51 километр до этого Анденеса. Тяжелый переход. У нас ноги болят. Решили. Грибной десант. Да. Вон стоит, вон. Вон. Покушенный, правда. Я снимаю. Грибы. Они, может, какую-то свою траву специальную хотят? Эту не хотят. Кашляет. Да что ты? Толь, повернись. Какие подкрашивают. Бараний гриб у меня. Ну хватит. Такие встали. Что-то подавить. Пожралась. Чем ты ее накормил? Смотри, его откусит. С рукой прям. Вот здесь нашли старую бензозаправку. Заброшенную. Все как у нас. На фоне плата. А там белка не будет. Давай с велками, но потом. Чё? Узнать вас. А-а-а. Ложись тогда. Он сейчас сразу не покажет. Он перегружен. На дороге. Не, он такой. Да. А что делать? Она же свод, и мам. Сюда свод. Машина едет там вдали. А, беги! Ходим. Бананы выперлись в воробе. Горы вдали. Завораживают. Такая скала по дороге стоит. Ходит его небо. Нам уже остановиться. Ей! Ну, сколько можно кататься? Мы не столько ни сроду не катались. Я не понимаю, как может быть? Вот мы едем сколько? Вокруг нашего парка это 4 километра. Короче, люди, тренируйтесь. Надо ехать обязательно в Токсово. И там по навигатору, не знаю, по этому... Надо в горке. В горке накатывать.
по 30 минимум километров, не вокруг парка, как мы начинали кататься, а именно где-то в Токсово по велосипедной, вот этой вот роллерной трассе. Иначе ни хрена вот тут сдохнуть. У нас сегодня 50 километров. Вот снова передышка. Серьезно, что ли? Деревня Нордмелла. Супер заправка. Вот около дома лежат кости, не то мамонта, не то кита. Красивый такой домик. Как дела? 29 километров проехали. Какие-то stay hot pool. Что такое hot pool? Горячий бассейн. 38 градусов, смотри, видел, да? Че, Вась, бассейны какие-то? Слушай, может быть, остановимся, погреемся. Красивый. Осталось 10 километров. Гора шикарная. Туда поедем. Между гор. Между скал. Мы держим путь конечной точки сегодняшней нашей пробежки велосипедной. Лидеры давно уже ушли. Пытаемся их догнать. Вот один из них. Сейчас мы спросим, как дела у лидеров этой нашей гонки. Ее зовут Оля. Она выбилась из сил, но она не сдается. Ну как-то тяжело уже. Впереди Юля. Но... 10 километров, вроде говорят, уже как-то быстро закончилось. Не верится. Да ладно, мы уже не дождемся. Осторожно, машина. О, погнали. Какая красота. Ну давайте. Встретимся на финише. Вот так вот ездят профессионалы. Чемпионы Олимпийских игр. Каждых. Чемпионы ежегодных Олимпийских игр. Именно подчеркиваю, ежегодных, которые проводятся в Петербурге, вокруг парка. Да не, давай просто вот сюда все выгрызу. Такой кейс нормальный. О, беленький. Под осиновичкой, под березовичкой. Красота. А вот еще. Сейчас мы догоняем очередную двойку лидеров. Мы контролируем середину. Середина. Да, под контролем. Средние лидеры. У нас все нормально. Впечатление о сегодняшнем пробеге. Заедем, расскажешь. Норм, все отлично. Хорошо. Погода, как я и рассчитывала, погода та, которая нужна. Не жарко, не холодно, дождя нет, ветра нет. Все. Вот догоняйте лидеров. Ой, как далеко они. Поехали. Такая живописная дорога, свободная от машин. На велосипеде кататься одно удовольствие. Вокруг такой красивый пейзаж, что усталости мы почти не почувствовали. Даже эти 50 километров нам дались. Во всяком случае, впечатлений было намного больше, чем больные ноги. Самое лучшее место для велопокатушек. Полюбуйтесь этой красотой. Полторы минуты.
Давай, я поехала. Все, увидимся. Давай. Вот стоит одинокий домик. Просто в лесу. И рядом, слышите, колокольчики. Это пасутся овечки. А где они, интересно? Чтоб хозяин слышал. Они где-то вот там вот. Вот они. И не боятся упасть. Бляйк. Нифига себе, током бьет. Проскакивает. Вот такой вот еще один городок с такими красивыми скалами. Ветер дует, нифига не слышно меня, наверное. Вот наша машинка уже стоит. Ждут нас автобусы. Леша с Антоном. Midnight Camping называется. В этом кемпинге такие апартаменты. С травой на крыше. Рядом туалет личный. Очень круто. Да, смотри еще. Давай оплатим. Сколько он стоит? Он офигенный. Хочу в нем жить. Туалет, телевизор, смотри там. Да. Ну вот какая-то. Вижу три. Детская, ну. Ну как раз. Сколько он стоит? Анжелике стул подставить и нормально. Там даже душ свой есть, наверное, да? Да, да, да. С корабля сразу обед на берегу океана. А будем мы обедать. Вот здесь какая-то бендешечка с травой на крыше. Класс. Очаг. А на чей город поехали? Это такой осень, это бабка. Микрокухня здесь. Машинки стиральные, сушильные. Чайник мы приехали, поставили. Пока хозяев нет. На ресепшене. И вид. Из окна кухоньки. Ага. То есть у нас три палатки, две машины. We will have two cars, three tents. So you just come to the reception and you have decided. Okay, I'm gonna be there at 9 o'clock. At 9. Можно это сделать? Мы здесь встаем уже палатки, можно сказать? Да, вот смотрите, я есть. Я в спальник хочу залезть. Крис, есть палатки, давайте спальник. Вот на пляже это для романтиков, которые не боятся ветра. В жопу нет. Смотри, чем ты поврешься к ветру. И за холмом. Там нет ветра. Вот за этим холмом. О, за этой горочкой. За этой горочкой. Вот этим пригорком. Там тоже можно ставить палаточки за холмиком. Вот за вот этим. Там здание закрывает от дороги. Вот, а там не будет ветрено. Там, там очень туалет, клевенько. Ну, да, прям где? Там. Туалет здесь. Где тут у них туалет? А, туалет. Один только. Вот, туалет, значит, туалет. Этот душ стоит 10 крон 5 минут. А вы что, стираться, я надеюсь, никому не отобить. Вася хотел стирать. Уже мастер машинки нет, все. Все. Все можно пользоваться чем там? Кухней. Там и свет погаснул. По поводу сафари и китов. Я только что спросила у человека, который здесь остановился. Они покупали билеты заранее в соседнем городе, который вот недалеко, куда они планировали доехать. Я так поняла, что отходит два раза в день. И я вот не знаю, как бы это сделать так, чтобы мы успели и чтобы... Не, на самом деле, я думаю, что... Я сейчас поговорю с машинами. Я думаю, надо сгонять просто до Антониса и все разузнать. Ну, там работают еще эти все. А там должна быть информация... 5 часов, я вас разбужу, поедем. Нет. Значит, там информация обычно висит. Ну, все это висит в дверях там. Наверху мест нет. Чья палатка? Ну, а
сушить? Яша готовит тепло. Желтые штаны. Как этот? Желтые штаны мы твои засняли. А, ты оделся уже, я вот отсюда. Новое место стоянки. Палаточки. Он тренируется, местная футбольная команда. Вот мы и прокатались уже половину. Больше 2000 километров прокатали. 2000 километров на машине прошли. 150 километров на великах прошли. Вид, конечно, шикарный. Это вот гольф-поле небольшое. Пойдем в горы сходим. Хотим пройти к горе поближе. Но тропинок нет нигде, потому что везде бурьян такой стоит. Но мы увидели скошенное поле. Если сейчас хозяин нас не арестует. Да ладно. Но мы прикинемся незаметно. У нас как раз экипировка, как раз по траве ходить. В поле. Красная куртка и синяя. Нас вот как раз незаметно будет. И мы сейчас пойдем. Приближается ближе. Такое ощущение, что гора перед тобой вырастает в высоту. Как в каком-то фильме. Добрался я до конца поля. Оля подостала что-то. Пока шел, меня догнала туча, смотри. Сейчас только было все хорошо. Вот она за мной идет. Ха, как интересно. Буквально минуты затянула гору. Классно, так красиво. Я люблю вот эту тему. Облако нас настигает. Ребята, вот здесь у нас есть Wi-Fi еще наш. Сейчас мы звонили домой. Вот отсюда. О, наши палатки. Наша палатка желтенькая. Что-то ходит там. Это сохнет палатка. Вот отсюда. Прямо у горы берет Wi-Fi наш. Скиньте. Ну уже плохо-плохо, но ловит. Прям всю гору заволокло. Ой, за каких-то 5 минут. Облако плывет. Облако перебегает через гору. Там те барашки пасутся. Вася пытается снять свою палатку с Машей, которую сушит. Видишь, как они сушат? Да. Ну. Пошли закат смотреть. Закат, закат. Облако на горы и всю верхушку закрыло. Такой полосой вот она спускается, плывет, все горы закрыло. Песочек. А? Вас снимаю. Видос. Вот мы тут ловили закат. Но, о, что-то на меня капает, или это от воды? Гору так заволокло, да? Кстати, капает. Откуда вы их привезли? С горы принесли мне комариков сюда. Завтра что их пожарить? Руку. Да. Каждый ну, хочет приложить славу. Руку. А? Каждый хочет примазаться к славе. К славе Яши. Почему? Собирал. Я просто предложил. А все остальные тоже собирали. А потом отказались есть. Отказались чистить опять же. Потому что чистить. Испугались, что их надо чистить. Да, наверное, все с этим связано, понимаешь? Слушай, ой, какие грибы, непонятно. Вдруг.
А у нас так, ну не знаю, вон Леха с Юлей сказали, что они просто грибы не едят, даже у нас. Да ладно. Ну, как бы, да. Ну, я знаю, что немногие там прямые нас не едят. Меньше конкурентов. Да, я. Спасибо Лехе, что он не будет есть грибы. Вон он стоит. Заряжается. Он это, он в матрицу вошел, смотри. Коннектится? Подзарядка. Планета Железяка. Леха, простите, Леха, ты в матрице? Да, это вкусно кормят, да? Там с этого начиналось. В ресторан пошел. Это ощущение такое, что он у мольберта сидит. Прям, что он там рисует все время? Реально, я тебе говорю, я знаю, что он там делает. Что это сарказм, а что это? Сарказм, что такое сарказм? Ты расскажи мне, я бы стал, короче, жрать его на наш взгляд 3 раза. 30 начинается экскурсия, в 11 начинается год. Где экскурсия? В этом, в музее. А следующая только в 14.30 начинается. Нам бы на 9.30 уже успеть. Я думаю, что два места точно будут. У нас только двое хотят. Это на лодку? Там оно включает в себя, там экскурсия в 9.30 начинается, в 11 лодка. А лодка какая? Такая большая палка на корабль или это лодка в плане скоростная такая? Не знаю, вот у этих какая? Вот у этих большая. Вот сюда были. А, ну просто там это фигня. Ну вот я. О, Господи. Если не встретишь кита, можно вернуть деньги. А китов не встретишь? Да, если не встретишь. Все легли спать. Устали сегодня. Даже не поужинали. Пиво только попили и все. Ночь. В ночи ходит Вася. Это же север. Очень красиво. Ну, там такое, знаешь, именно холодно, на море. Тут песок, все вроде. Вроде должно быть тепло, но здесь холодно. Север. И такая стена из гор. Там у меня хорошая стена. Я не слышу объяснений. Я говорю, стена. Стена такая как будто бы, да? Да, стена из гор. Из гор. Релакс такой тут вообще сейчас. Да. Сейчас сколько? 11? Уже, наверное, 11:30. Солнце светит. Белая ночь, здесь можно сказать. Ниже здесь есть, бывает это, такая полярная ночь. Ну, когда... Да. А потом будет всегда темно. Угу. Всегда темно? Ну, ну, здесь, наверное, светает. Здесь же нет полярного дня. Значит, будет солнце всходить на некоторое время. Белый песок такой интересный. Потрогай. Песок потрогай, он же такой же темный. Надо очень много выпить. Да, мы выпили всего 0.5 литра пива. Сегодня такое. Такой спокойный. Прибой. Штиль. Не то, что на этом все-таки был
побольше волн. Валбика. Бич. Вау, это бич. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.